году. Такой традиционный, мы всегда это делаем осенью. Мы едем за грибами без тебя. Так что все. Мы должны принести 8 корзин грибов. Мы едем, причем далеко, у нас целое путешествие на север. Итак, мы на месте. Грибники готовы. Мы уехали 200 километров от Москвы, где-то в Тверь. Мама, я сделала себе самоножек. Просто ткнули пальцем в небо и приехали. Так. В такой... Раз, два. Ныряют в мох. Тут реально очень мягкий мох. Как будто ковер огромный, да? Да. Класс. Лея. У нас есть приложение по опознаванию грибов. Аллилуйя. Маховик каштановый. Идеально, берем. Написано, съедобный. Съедобный, берем. Так, за нос все отрезать. Проблемка. Одевай. Не, не вставай, сейчас сосет. Просто послушайте, какая тишина. Все, мы выбрались с нашей первой точки. У нас вот всех в корзиночке примерно по 100 грибов. Сейчас едем на вторую точку. Но лес просто очень красивый. На нашу сторону не подходят. Все красные. Баба Лена! Мама не показала. Мама! Мы идем. Мы остановились мама, в деревне. И идем. Вот мы нашли вот такой вот дом. Милан, не иди первая. Вдруг там что-нибудь страшное. Нет. Мы идем на шопинг. Магазин у Валентины. Давайте, дети. Так, Майя, что купишь у Валентины? Да ладно. Ой, цивилизация. Мама. Халат, мороженое. Сок точно есть. Здрасте. Мы остановились на пикник. Сидеть. На полу прям, видишь? Комар прям на бороде. Просто Май. Садись на пол и вот все. Такие, да? Милое местечко. Майя, как тебе такой ужин? Идеальный. Идеальный? Вкусно, да? Да. Дети там в болоте. Мама! А! Леня! Леня! Давайте обратно. Вот веселье, да? Нас спустили еще в один дом. Дому 140 лет. О, как интересно, да? Тут такие все добрые люди живут, вообще класс. Денег даже не попросили. Да, нас пустили посмотреть. Пойду у нас на котельнице набережной. И тут такая верандочка. Вот он дом, только он на вот двоих дом. Этот дом. На двоих? Был когда-то на одну семью, а теперь на двоих. Класс. Вот такая вот вода, как раньше. Лето, холодильник. Собран из бревен, который 8 лет. Съедобно, но не готов. Посмотри, сколько мы насобирали грибов. 4 корзины. Браво, браво нам. Браво. Нормально.